друзья, с вами как всегда Ромзи, добро пожаловать в Roblox, это режим под названием Impostor. Если вы хотя бы один раз в жизни слышали про игру под названием Among Us, это то же самое, только в Роблоксе. Я играю за космонавта, мы терпим крушение, и я должен чинить разные предметы, чтобы наш корабль не упал. У нас в команде два предателя, я сейчас сыграю за хороших, и я хотя бы один разочек хочу выиграть. Но, ребят, вначале у меня огромная просьба каждому из вас. Прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо большое и приятного просмотра. Итак, я чиню наш, скажем так, шаттл. Надеюсь, что меня не убьют. Так, здесь я починил, погнали дальше. Вот у нас получается знаки восклицания, мне нужно все это чинить. Чего? Голосование? Кто-то запустил голосование? Только не за меня. Только не за меня. Я, если что, играю за черного персонажа. It's red. А кто-то пишет, что это красный. Но я не знаю. Никто не умер. Ну как это? Нет. Я буду скипать, потому что... Но как они голосуют? Слушайте. Никто никого не убил. Говорит, это красный. Возможно, он его преследовал. Возможно, он его преследовал. И знаете что? У меня еще, ребята, есть одна идея. Если вы хотите, чтобы я у себя на канале снимал игру под названием Among Us, возможно, с другими ютуберами, ребят, напишите в комментарии, поставьте как можно больше лайков, и я это сделаю. Возможно, появится на постоянной основе. Если вы, конечно, захотите этого. Итак, 12 секунд до голосования. Я скипнул, потому что я не знаю, кому верить, я никого не видел, потому что у нас еще никто не умер. Пока все 8 человек живы. Из них 2 предателя. Все-таки выгоняют кого-то, и... Блин, его выгнали. И реально угадали? Угадали? Офигеть, как они угадали? Я в шоке. Ладно, я побежал чинить быстрее, я побежал чинить. Мы можем выиграть не только найти предателей, мы можем починить все, что есть на корабле, и тогда тоже выиграем. Так, я должен починить, возможно, даже 2 реактора, потому что рядом со мной никого нет. Может прийти сейчас убийца и завалить меня? Знаете, что я подумал? Здесь есть геймпасс на шанс двойного импозитора. Если я его куплю, то будет вообще все отлично. Так, я... желтый, я должен чинить. Подожди, а где зеленый? А где зеленый делся? Блин, желтый или белый? Они сейчас меня убьют. Желтый прячется. Нет, сейчас убьет меня. Тихо. 14 секунд. Я починил. Пока, пацаны. Я ухожу. Желтый и белый. Так, тихо. Серый. Смотри, серый себя ведет подозрительно. Он не шел сюда. Я думаю, что это серый. Это Грей. Если что, я буду голосовать за него. Это по-любому он. Мы сейчас выиграем. Смотрите. Я, скажем так, своими... Так, подожди, кнопка. Вот она, ребята. Так, тихо. Нажимаю. Голосуем. Я по-любому думаю, это серый. Это серенький. Так, подожди. Серенький. Это бе... Подожди. Это давайте... Я не знаю. А, серый умер? Серого убили? Это Блу. Давайте за... Я не знаю. Мне кажется, если не он, если он, тогда я не знаю. Угадали? Блин! Нет, мы не проголосовали за синего. Да что за фигня? Воу, саботаж. У нас заканчивается кислород, ребята. У нас О2, саботаж. Я побежал чинить. Здесь, кстати, тоже. У нас есть 52 секунды, чтобы исправить кислородное голодание. Наступит скоро. Так, вот в этой комнате. По-любому здесь что-то есть. Так, тихонечко открываем. Так, вот здесь первое пошли, чиним. Все, оксиген. Кислородик чиним. И в соседней комнате еще одна есть. Нам осталось починить этот чек, проверить сервера, еще сервера и организовать какие-то сэмплс или уборку, или что-то такое. Так, я здесь починил. Остается еще что-то. Белый. Так, тихо. Где? Где-то здесь проход есть? Да, вот он, проход. Опять? Подожди, я же только что там починил. Где? Ребят, мы должны... У нас 16 секунд! Ну, почему никто не чинит? Ну, пацаны, ну что за фигня? Ну, мы же все задохнемся, почините кислород. Капец, 6, 5, 4, блин. Здесь закрыто. Кто-то закрыл двери. Мы проиграли? Да, камон, я же говорил, это Блу. Я же говорил, что ты синий. Камон, как? Ну, почему вы не проголосовали за предателя? Видали? У меня прям чуечка сработала. Так, сразу чиним здесь, смотрим. Так, желтый уже хочет меня убивать, нет? Желтый, я голосую за тебя. Уйди отсюда. Так, этот чувак либо чинит, либо просто фейкует, понимаете? Он может просто стоять и ничего не делать. Так,
Посмотрим, что он сделает. Мне тоже здесь нужно чинить. А, надеюсь, я выживу. Надеюсь, я выживу. Тихо, тихо. О, труп найден. Так, одного уже убили. Кого убили? Ага. Кто-то убил синенького. Так. Я стоял. Я какой, жел? Из-за Елова? А, ну окей, ну если видели Елов, пускай будет Елов. Значит, спалили. Вот, оф. Да, реально. Минус один импостер. Предатель найден. Предатель найден. Вот так будет с каждым. Так, погнали. Я тут немножко не дочинил. Там что-то писали White. Ну, точно не я. Точно не я. Потому что я сереньким. Вот, значит, серый хороший. Серый хороший, значит, по-любому. Я буду чинить дальше. Вот, я починил эту штукенцию. Все. Что можно еще починить? Привет, 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 серый. Ты походу, нормальный? Пойдем, пойдем, пойдем со мной. Вроде бы ты меня не убил. Значит, все окей. Так, мне нужно еще починить. Раз, два, три, четыре какие-то штукенции. Нам нужно вот сюда. Так, подожди, кто-то голосует. За кого? За кого? Black is clear. О! Мы выиграли! А почему? А что, он сам ливнул, что ли? Он сам, походу, сам уничтожился. Отлично, отлично. Так, теперь нужно Я как его повысить? Как его повысить это все? Здесь еще есть премиум айтон. Слушайте, а мне игра понравилась? Я должен быть импостером, 100%. Да, черненький и беленький. Так, мне нужно аккуратненько убивать. Не палиться. И главное, чтобы меня не вычислили. Все, мы начинаем игру. Я импостер. Я пошел чинить. Я пошел чинить. Привет, белый. Привет, беляш. Привет, дружище. Привет, дружище. Я пошел чинить. Кто за мной? Кто за мной? Белый ходит за мной. Белый, ты свой? Понимаешь, ты же свой. Ты не должен меня спалить. Саботаж. Ребят, делаем саботажик. А я могу саботаж? Смотри, я типа могу починить вот здесь. Нет, я могу... Вот, саботаж. Давайте мы делаем кислородик через 6 секунд. Так, через 6 секунд. Через 6 секунд. Мы сейчас сделаем саботаж и закроем двери. Саботаж. Давай. Кислород, ребята, у нас на корабле заканчивается кислород. У нас на корабле заканчивается кислород, пацаны. Пацаны, там серенький бил. Тут был серенький. Был серенький, кстати. А где он? А, он что-то здесь чинит. Пацаны пошли чинить кислород. Извини, дружище. Извини, я пошел. Пока, до свидания. Пока, до свидания. Так, 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 так. Уходим, уходим как можно дальше. Я типа бегу чинить. Я бегу чинить. Так, тихо, тихо, тихо. Серенького мы убили. Интересно, белый уже кого-то подрезал или нет? Серенького долго не найдут, потому что они занимаются... Давайте закроем двери. Вот эти вот. Вот эти двери будут закрыты. Все. Так, они уже половину сделали. Так, ребят, нужно как можно скорее. Скорее находите еще пару жертв. Так, главное, чтобы серого не нашли. Я могу убить его. Я могу убить его. Синего убил. Синего убил. Пока. Я минус 2 сделал. Надеюсь, белый там что-то делает. Надеюсь, белый там что-то делает. Потому что я уже двоих. Свет выключили. Сейчас найдут. О, нифига себе. Я нашел синего. Офигеть. Блин, Блэк? Нет, ноу. Ноу. Какой Блэк? Нет. Грин. За меня уже проголосовали. Ноу. Они все проголосовали. И белый хотя бы подыграл мне. Хотя бы ты подыграл. В общем, ребят, я до конца катки проследил за этим белым, который был тоже со мной предателем. И он никого за 10 минут даже не попытался убить. Он просто бегал или стоял. Но это так не повезло с типейтом. Поэтому, ребят, это не я проиграл. Это проиграл белый. Я честно написал ему в чатике: White, you stupid imposter. Ну потому что, ну серьезно, вы сами видели. Так, ладно, я побежал, мне нужно дальше чинить. Мне нужно где-то здесь что-то починить. Есть что-то починить? Нет, здесь все горит зелененьким, здесь все окей. Три штуки я уже починил. Так, это получается кнопка. А почему никто не умер? Интересно, кто-то уже умер или кого-то нашли? Я иду сюда. Так, открываем дверь. А-а-а, смотри, желтого убили! Желтого убили! И мы его нашли! Что? Импостер, они всех перебили! Они всех перебили! Я один остался. Они всех пошли убивать. Ну, это огромный респект пацанам. Слушайте, ну, это капец как странно. То есть, они пошли, всех подрубили. Ладно, я повышаю шансы на импостера. Ноль и... Да, камон, я опять обычный игрок. Ладно, поехали. Я сейчас вычислю, кто будет против меня. Так,
Смотрим, кто против меня. Я не знаю, я пошел чинить предметки. Так, дабл дорс, сразу вижу, вот здесь нужно чинить. За мной идут красный, фиолетовый и розовый, да? Желтый что-то крадется. Или он учится играть, или он что-то задумал. Тихо, тихо, тихо. Желтый и серый. Если они вдвоем убийцы, то мне, в принципе, капец. Смотри, тут пытался вентиляцию. Тихо, 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 я починил. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Так, желтый и серый. Если кто-то из них погибнет, я запоминаю, желтый и серый был рядом. Серый что-то пытался вентиляцию, так тыкался. Серый очень подозрительный. В вентиляцию может залезть только предатель. Вот в чем дело. Я вижу еще раз, два, три. И здесь у нас раз, два. О, серый. Серый, 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 серый. Серый, серый, серый. О, был желтый. Или красный. Подожди. Ред. Ред. Это был серый. Это ред. 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 Он стоял. Он стоял. Он стоял там. Он стоял и почему-то не нашел труп. Я закрал. Ну почему он стоял? Видели, он стоял там, вот, вот справа, за этой штукой. По-любому. За кого голосовали? Вы чё, зачем? За красного. Блин, это красный по-любому. Он стоял. Если останется два импостера, то это все. Никто не проголосовал. Если 2-2 мы проиграли. А, один импостер, один ливнул. Или мы его выгнали, или что с ним случилось? Походу он ливнул. Так, красный ливнул. Все-таки я угадал, красный ливнул. Он был импостером. Красный был импостером, ребята. Он ливнул, он понял, что ему... Хотя подожди, зачем он ливнулся? За него ребята не хотели голосовать. Ладно, я пошел чинить. Моя задача чинить, понимаете? Моя задача сейчас чинить. Интересно, здесь есть мониторы, чтобы следить по камерам, кто где находится? Потому что в Among Us есть тогда нафиг функция. Как здесь это сделано, я без понятия. Так, и у меня последнее вот здесь. Что после этого будет, я без понятия. Возможно, нажать кнопку и проголосовать, но я пока не знаю. Точно я был уверен от... Серый, 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 серый. Ладно, я нахожу труп, мы запускаем голосование. Потому что если мы не запустим, это будет, смотрите, это green. Давайте, это будет purple, green. Или purple, или нет. Green, блин, интересно. I'm not is purple. Purple, ладно, все, давайте за purple. Я не знаю. Я просто на шару. И что, мы выиграли или нет? И... Нет, это был зеленый. О, блин, угадал. Я угадал. Но, блин, я повез. Подожди. О, я могу шляпки себе одевать. Опять белый. Это все, это другой ник. Хорошо, ребят. Я играю за предателя. Ребятушки, пойдемте починим разные детальки. Так, опять черный и белый. Опять та же фигня. Та же фигня. Черный и белый. Так, мы идем сюда. Я иду типа сюда чинить. Здесь еще и желтый. Здесь еще и... Все пошли сюда. Да что ж вы все пошли сюда? Вы будете толпой бегать, что ли? Ладно, я якобы чиню. Смотрите, где беленький? Беленького я почему-то не вижу. Так. Саботаж через 6 секунд. Нужно как можно раньше запускать саботаж. Нужно как можно раньше запускать саботаж. Может быть, О2. Ай, меня спалили. А, это белый, все окей. Все окей, все окей, это был белый. Это был белый. Давай, блу. Блу. Блу, давайте просто за блу. Блу, 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 блу. I see... Блин, мы должны проголосовать за Блу. Так, подожди, за кого? За Гудли, за кого голосуют? За Гудли Брук, Стивас. Так, три голоса, отлично. Нет. Зачем? Они отдали один гол, они сделали поровну. Капец. Кто-то голосовать? А кто запустил голосование? Алло, кто запустил голосование? What? Блу. Давайте за Блу. Давайте все за Блу. Мы должны голосовать за Блу. Посмотрим, за кого голосуют. Они все за белого? Они все за белого? Окей, а чё, как его вычислили? А почему его вычислили? Он ливнул!
Я остаюсь последним. О, мой предатель меня опрокинул или покинул. Так, за кого голосовали? Один голос у этого, один голос у этого. Но если я проголосую за Блу, то, возможно, мы... А, мы никого не выгнали. Я только себя спалил. Один по... Воу, воу, один остался. Но это остался я. Один остался я. Ладно, я пошел. Саботаж проверяем через 24 секунды. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Нужно бегать за ними. Нужно бегать за ними. Нужно как можно быстрее. Так, грин, грин вроде меня. Я чиню. Я чиню, я чиню. Он чинит, нет? Подожди, я не могу убивать 3 секунды. 3, 2, 1. Так, ладно, пошли. Пошли сюда. Пошли сюда. А здесь могу убить как-то? Подожди, надо убить, надо убить. Так, тихо, 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 тихо. Уходим, 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 уходим. Мы должны здесь чинить, мы должны здесь чинить, типа. Давай, 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 давай. Так, все. Здесь пацаны. Так, подожди. Так. Слушай, нужно убивать, нужно убивать, нужно убивать. Нужно убивать. Нужно убить. Я убил. Я убил Филетова. Скажу, что это Блу. Скажу, что это Блу. Я сейчас найду. Я скажу, что это Блу, и мы выиграли. Все, пацаны. Блу, 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 Блу. Ха-ха, я выиграл даже без этого. Я соло справился. Красавчик, ребят. Я смог затащить эту карточку. Фух. Можно даже ушки надеть напоследок. Я выиграл, ребят, это была офигенная серия. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну а с вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии, всем удачи и покедова.